Очистить воду от органических загрязнений теперь будет проще. Старший преподаватель кафедры органической химии Химического института имени Бутлерова Казанского университета Эльза Султанова работает над созданием высокоэффективных фотокатализаторов. Подробнее в нашем следующем сюжете. Создание новых фотокатализаторов – одно из наиболее перспективных направлений в современной химии. Такие катализаторы позволяют использовать один из самых доступных источников энергии – солнечный свет. Создание фотокатализаторов проходит на основе диоксида титана, производных каликсорена и наночастиц благородных металлов. Мы занимаемся модификацией оксида титана и вводим различные макроциклические соединения и наночастицы благородных металлов для увеличения фотокаталитических свойств под действием солнечного света. То есть планируется их использование без каких-либо специальных устройств. Проект молодого ученого супрамолекулярной и полимерной системы на основе производных диоксикликсорена в создании фотокаталитически активных композитов получил грант президента Российской Федерации. Наша группа занимается разработкой новых фотокатализаторов. И в рамках гранта собираемся рассмотреть влияние строения различных макроциклических соединений на эффективность фотокатализатора в реакциях разложения красителей под действием солнечного света. Замусоривание окружающей среды в наше время – глобальная проблема. В частности, это загрязнение сточных вод, которые засоряются различными промышленными отходами. Именно над решением этой проблемы и будут продолжать работать ученые. Инжа Минибаева, Универньюз.